Все, сайлентблок стоит на месте. С этой стороны, как он и стоял, заподлицо цапы, так я его заподлицо и поставил. Добавляю смазки. Здесь литольчик, а я добавлю, которая для подшипников. Вот такая ВМП авто. Код смазки. P1510, наверное, вот это MS1510 блок. Побольше туда ее, поглубже, чтобы она входила. Здесь как раз смазка лишней не бывает. Надеваю пыльник. И одеваю стопорное кольцо. Стопорное кольцо старого типа. Я его вот так вот как бы на изворот. Правда, не сразу получается. Но я его все равно одену. Аккуратно, чтобы не повредить пыльник. Потому что как только пыльник повредится, сайлентблоку придет конец. Вот так вот. Сайлентблок заменил. Теперь стоит он здесь новый. Двигается. И тугой. А вот с этим я сейчас придумаю, менять его или не менять. Сейчас решим этот вопрос. Пока ставлю на место тягу. Почистил я болт от ржавчины, смазываю его медной смазкой. Также брызнул сайлентблок. И устанавливаю. Одел сзади вторую половину шайбы и наживил ее. Ну а теперь эту сторону также болт смазываю. Он в принципе чистый, резьба на всю длину. Но я его все равно тоже смажу. Пусть он будет чистым и смазанным.
Так, этот если даже выбивать, мне нужно вот эту тягу на место установить тоже. Меняю сайлентблок во второй тяге. Беру рычаг и выдавливаю сайлентблок в оправочку. Изношен на бок. Беру новый сайлентблок. Новый сайлентблок фирмы Hanse HR822438. Вот такой вот сайлентблок. Смазываю его силиконовой смазкой. Смазываю силиконовой смазкой сам рычаг. Как бы немножко его передавливаем, но чтобы вот этот бортик не провалился. Так, бортик у нас на месте. Вот, этот не провалился, но этот вышел. Теперь в обратную сторону поддавливаем ровненько. Сайлентблок у нас стоит на месте. Идем устанавливаем. Болт почистил. Смазываю сам болт. Смазываю внутри сайлентблоком. И смазываю резьбу на пальце. Болты подтягиваю, но не затягиваю. Потом подожму сзади гидростойкой и дотяну.
И все-таки, наверное, я его заменю. Он сзади наполовину оторван, а спереди он вот так вот разорван. Выбиваю его. Головка на 27 высокая, заходит плотненько. Все, сайлентблок я с помощью этой головки выбил. Беру сайлентблок RU-364. Вот такой вот сайлентблок. И устанавливаю его, смазываю силиконовой смазкой цапфу, смазываю сайлентблок, и чтобы он зашел, я его вначале отцентрую. Так, ну вроде бы ровненько стоит. Все нормально идет.
все. Сайлентблок сидит на месте. Смазываю болт и устанавливаю рычаг. Поджал маленько, можно болты затянуть, автомобиль поедет на развал, отпускать все крепления будут. Ну вот и все. Теперь остается поставить колесо и проверить, как у нас будет подвеска работать. Но перед этим я заменю на второй стороне. Если какие-то будут там сложности, покажу. А поторопился я порадоваться. Этот сайлентблок я заменил, но самое забавное. Он уже менялся, он стоит не стоял не оригинальный, а машина человеку привезена была из Японии. Кто где обманул, я не знаю. Скажу, пускай разбирается. Это сайлентблок, который я выбил с правой стороны, он со шлицами, он родной, и стоял он правильно, вот этой стороной. А вот этот сайлентблок стоял с этой стороны. И он без нарезки. И при том, ну, он даже на нем и ржавчины нету. Но это не самое страшное. Самое страшное, я не могу оба болта эксцентрика открутить. Ни один, ни второй. Вернее, открутить-то я их открутил, гайки, а вот вытащить я не могу. Этот сайлентблок под замену, потому что он крутится на втулке. Но раз этот менять, то и со второй стороны заменю тогда уже. Заказываю болт. Болт заржавел напрочь во втулке. Хотя эта сторона делалась, правая не делалась. И вот этот болт тоже его и крутил, и вертел. Крутится во втулке.
Бить здесь не получится. Вот этот кронштейн, он жидкий. Он тоненький. Сразу начинает гулять. Здесь тоже вроде бы подрамник, но тем не менее он тоже жидкий. Также ходит во втулке. Пробовал его и так, и эдак. Если этот цилиндрок у меня есть, я могу попробовать выжечь. Но есть вероятность, что цилиндрок сгорит, а со втулки я выбить не выбью. Поэтому надо будет отпиливать. Заказываю оба эксцентрика, и передний, и задний. И заказываю таких два цилиндрока. Этот у меня есть. Будет еще повод нам встретиться по подвеске этого автомобиля. Ну а сейчас собираю. Собираю пока. Только вот эти два цилиндрока заменил с этой стороны. Ну, на сегодняшний день пока на этом все. Всего вам доброго. Поставил колеса. Все. Ничего не болтается. Ни с одной, ни со второй стороны. Остается только заказать эксцентрики и заменить их вместе с цилиндрами. На этом все. Замену цилиндров задней цапфы я закончил. Всего вам доброго.